кажется, это возможно, что вас вызовут на матчи за выход на Евро? Я думаю, что нет. Вы бы этого хотели, конечно. Я бы это хотел, но я думаю, что нет. А почему? Там какие-то спортивные причины? Или, может быть, что-то другое? Они никогда вас же не вызывали. Вот, да. Как вы думаете, почему? Никогда. Ну, я не знаю. Значит, мне так быть суждено, знаешь. Они вызывают некоторых людей, которые у себя в клубе не играют, играют намного слабее в лигах. Они их вызывают. Значит, они не считают, что я грузин. Есть, то есть, можно сказать, что это не спортивная причина? Я не знаю. Это их право. Я с этим давно смирился. Да, я первое время переживал. Мне было просто неприятно. Хотя бы в расширенный список я был достоин попасть хотя бы один раз. Хотя бы расширенный список. Но, к сожалению, у них другое мнение. Значит. Может ли быть проблемой то, что вы играете в клубе РПЛ, как вам кажется? Да почему? Я думаю, что нет. Гогинцев же воздавается. Да. В чем разница? Угу. Он играет в РПЛ. Так что я думаю, что не в этом причина. Просто они не считают, что я, наверное, достоин. В этой сборной вы бы могли конкурировать за место? Я не знаю. За место в составе не смог, там тренер решает. Да. По ощущениям, я футболист футбольного клуба «Факел», приношу максимум в то, что я могу. А это их право вызывать. Может быть, у них есть ребята помоложе, они думают о другом. Это их право. Я на них не держу обиду, мне просто бывает иногда неприятно, что как будто... Ну, конечно. А они меня никогда не замечают, хотя да, я играю стабильно второй год, и никто меня не замечает. Но ничего. Вот несмотря на это, все-таки вы будете поддерживать сборную и хотите ли, чтобы... Да, конечно. Как я не могу поддерживать? Я буду поддерживать. Большие ли шансы, что они выйдут все-таки на Евро, как вам кажется? У них достаточно хорошая, молодая сборная, с классными, интересными футболистами. Ну, дай бог, что у них получилось. Хвича главная звезда этой сборной? Я думаю, что да. На его будущее как смотрите? Недавно была вот информация про Реал Мадрид, про Барселону говорили. Это игрок, который может там играть или нет? Я думаю, что он показал в прошлом году и в этом году доказывает, что он может. Главное, чтобы он ментально был сильным, ни на что не велся. Был разумным парнем. Он в таком выглядит, что он разумный, интересный парень. Да. Без каких-то... Не нарушает дисциплину. Это самое главное. Вызывает ли это гордость, что вот грузин играет на таком уровне? Конечно, вызывает гордость то, что молодой парень достигает того за счет своего таланта, работоспособности, интересного, неординарного дриблинга. Молодец он. Он большой молодец. Спасибо огромное.